у нас была молодежь от 15 до 18, были учащиеся Солнечногорского и Клинского муниципальных районов. Очень интересные, очень активные, и самое главное, что достаточно очень ребята как бы понимают, что дальше. То есть они уже с каким-то целевым ориентиром уже живут. Не просто вот, ну отучусь в школе, потом как-нибудь, что-нибудь, где-нибудь, да. А они уже четко определяют, куда им, что и как бы вот... Как они будут строить свою жизнь? Национальная родительская ассоциация, ведь самое главное еще там, защита семейных ценностей, да, укрепление института семьи. И вот интересно то, как они вообще, какую семью они хотят построить. Вот это тоже очень интересный аспект. Им очень интересен был опыт батюшек. По всем нашим практически областям проводим в этом году. Вот сейчас мы поедем в Орехово-Зуево. Мы решили другого формата сделать площадку. То есть несколько, ну скажем так, представителей с разных районов приезжают в другой район.